Сегодня 17 сентября 2020 года, и сегодня у нас тройной праздник. Первый – это юбилей нашей совместной жизни с моей любимой женой, 15 лет. Спасибо ей большое за терпение, за поддержку, за заботу. Вторые два – это вот эти конвертики. Их здесь 6 штук, вот такой большой. Спасибо Михаилу Портнову, кстати, что он нам его переслал. В нем находится замечательные 3 конвертика. Это наши грин-карты. Приходят они вот в таких конвертах. Здесь написано фамилия, имя, отчество, куда отправляется. Тут 3 бумажки. Это Welcome to USA. Это данные, на кого приходит грин-карта. Ну и сама грин-карта, она вот так вот выглядит. Такая зелененькая. Вы ее все видели, наверное. А вот остальные маленькие конвертики — это наши номера социального страхования, благодаря которым проще найти официальную работу, легальную, проще устроиться. Ну и, как говорится, без них вообще здесь никуда, как и без прав. Поэтому вот такие у нас сегодня 3 праздника, с чем я поздравляю себя, свою семью. Ну вот, можете за нас порадоваться.